Собеседник.ру, 17.05. Приговор Пресненского суда в отношении Ефремова изменить, сократить срок заключения с 8 до 7,5 лет колонии общего режима. Таково решение Мосгорсуда. Скосили только на полгода. Ну и что? Чего так мало вообще? Даже не думает никто о том, что у него же дети там малолетние. Ой, как я аж даже расстроилась. Ну да ладно. Есть еще впереди другой суд. Ну а на этом у меня все.